Всем привет! Сегодня будем готовить очень вкусный салат фунчоза. Для приготовления нам необходимы фунчоза, куриная грудка, соевый соус, растительное масло для жарки, баклажан, перец светофор, чеснок одна долька, паприка. Итак, для начала надо налить масло в разогретую сковороду и на сильном огне обжарить баклажан до румяного цвета, не закрывая крышку, иначе получится каша. Жарим примерно 5-7 минут. Так, баклажан уже готов, я убираю его в сторону. Далее обжарить перец буквально пару минут и его тоже убираем в сторону. Осталось нам обжарить курицу. Курица жарится примерно 7-8 минут до испарения жидкости. Затем хорошенько перемешать обжаренную курицу, добавить паприку и надавить дольку чеснока через пресс. Все перемешать. После того, как наша курица приготовилась, мы возвращаем овощи, соединяем все вместе. Мясо с овощами готово. Самое время добавить соевый соус. Фунчозу заливаем кипятком ровно на 3 минуты. Осталось хорошенько все перемешать и оставить на огне до испарения лишней жидкости. Попробуйте по этому рецепту приготовить, это очень вкусно. Приятного аппетита, друзья!